На едином интернет-портале городов Затаро-Сатама запущен катализатор идей. Так называется новый конкурс для жителей закрытых административно-территориальных образований, реализуемый при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2021». Каждый участник сможет стать блогером. Необходимо рассказать о каком-то интересном проекте, который реализован в вашем городе, о каком-то событии, деле, которое может быть интересно жителям других городов. Они могут взять на заметку и применить в своем городе, каким-то образом реализовать что-то подобное, почерпнуть какую-то идею. Рассказывать можно о социальных, экологических, молодежных, волонтерских проектах, обо всем, что делает жизнь жителей ЗАТа ярче и интереснее. Первые участники уже опубликовали свои посты на сайте zata.tv. Жительница Лесного рассказала об интересном проекте детского радио в одном из детских садов. Как у них детишки участвуют, что они делают, как это технически реализовано. То есть интересно, что человек не просто рассказывает, но и там ведется обсуждение этого проекта. И чем больше комментариев под записью, тем лучше. Ведь именно их количество и позволит определить победителей конкурса. Чтобы стать участником катализатора идей, необходимо зайти на сайт zata.tv и в разделе «Конкурсы» найти нужный. Затем следует нажать на большую зеленую кнопку «Принять участие». Нажав на нее, вы попадаете в форму, если уже зарегистрировано на сайте. Если не зарегистрировано, то вам предложат зарегистрироваться на сайте в один клик буквально, используя одну из своих соцсетей. Это очень быстро и беспроблемно. А потом уже можно публиковать свою историю или рассказ. Заявки на участие принимаются до 20 декабря. Однако, чем раньше начнется обсуждение, тем выше вероятность получить больше комментариев под постом, так что затягивать не стоит. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».